Всем большой привет! Сегодня мы будем готовить тортик. Он очень вкусный. Готовится он из печенья рыбок. В народе называются крекер. Нам понадобится 600 грамм. Вот это у меня 3 пачки. Далее нам понадобится ванильный сахар. У меня вот такой. 2 банки сметаны. Здесь 10%, но если хотите побольше жирность, берите побольше. Я просто взяла по акции. Вот. Дальше 600 грамм вишни. То есть получается по сметане тоже. Здесь в баночке у нас 300 грамм. 2 сметаны 600 и 600 грамм вишни. Также в пропорции берете сахар. У меня как раз приблизительно все осталось как надо. Итак, давайте приступим, начинаем. Начнем с того, что какая посуда нам нужна. Вот я помыла тара, в которой будет торт у нас пропитываться. У меня вот такая стеклянная круглая. Советую вам взять точно такую же кругленькую. У меня я еще взяла вот такой вот пластмассовый тазик и венчик. У вас, если есть специальный прибор, который взбивает все это дело, берете специальный ваш прибор. То есть у нас вот такие вот условия. Все, больше нам, в принципе, ничего не понадобится. Из посуды только вот 2 тарелочки и тара, в которой будет тортик наш пропитываться. Итак, первое, что мы делаем, это освобождаем замороженную вишню без косточек в нашу тару, в нашу посуду и высыпаем. Напоминаю о том, что вишня должна быть без косточек. Вот это первый пакетик 300 грамм. И сейчас второй туда же. Высыпаем второй пакетик. И нам понадобится еще ложка. Я забыла совсем про ложку. Этому ко всему, чтобы это сейчас все дело перемешать. Все, 600 грамм вишни у нас здесь. Аккуратненько пакетики. Вишню что мы делаем? Вишню мы добавляем в наши крекеры. Открываю крекеры тоже. Добавляем их сюда. Знаете для чего? Для того, чтобы они пропитались вишней. Возможно, не вместится у меня все в эту стеклянную посуду. Если что, поменяю. Посмотрим. Высыпаем. Ложка нам нужна для того, чтобы это сейчас все дело перемешать. Вообще, тортик должен был получиться маленьким, но судя по пропорциям, он у нас будет на большую семью. Если вы хотите тортик поменьше, то берете одну баночку сметаны, берете 1,5 пачки крекера, 1 вишни, сахара в пропорции и ванильный сахар также. То есть я делаю большую порцию. Судя по всему, я буду менять тару сейчас, потому что не влезает. Смертельный номер. Высыпаю третью пачку прямо сюда. Все-таки оно должно все войти, потому что пропорции раньше были точно такими же. Это все должно впитаться. И вот такой с горочкой он и должен получиться. Так что все нормально. Все нормально. Рыбки так выглядят прикольно вообще. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы открываем нашу сметану. Жирность, конечно, советую взять побольше, но так как была акция, я решила взять именно такой. Подставляем нашу пластмассовую тарелочку и выливаем сюда сметану. Все 2 баночки. Вот пошла вторая баночка. В нашу сметану мы добавляем 400 грамм сахара у меня где-то, или 450. Пропорция должна быть одна к одному. Блин, я не знаю, мне кажется, сахара хватит, даже меньше. Я на глазок просто вам так сказала, но мне кажется, один к одному получилось.
И по сути в пакетике у меня еще осталось. Сделаем так. Теперь что мы делаем? Мы это все дело взбиваем. Начинаем это взбивать, чтобы это все превратилось в абсолютно однородную массу. А сейчас, я думаю, может быть, еще сахара добавить. Хотя вроде как должно, ребятки, хватить все это дело. Все, теперь это все перемешиваем. И взбиваем. Стараемся взбивать. У кого есть комбайн кухонный, то, пожалуйста, туда. Вот. Это все взбиваем. Также открываю вот пакетик ванильного сахара. И для вкуса мы его добавляем точно туда же. Засыпаем. Засыпаем. И продолжаем взбивать. Это чтобы придать такой вкусный запах. Все, продолжаем взбивать. Все, сметану я взбила. Пришлось взять немножко другую посуду. Перемешать все-таки наше печенье и вишню. В общем, оно все пропитывается. Сейчас мы будем это все дело заливать нашей сметанкой. Вот. И будем все это перемешивать, чтобы печеньки впитались. Смотрите, дам совет. Скорее всего, печенье надо немножко меньше добавлять. Я немножко отсыпала, скажу честно, признаюсь. Но надо еще меньше. Наверное, надо грамм 400 печенья. Вот две пачки. 600 грамм вишни. Ну, в принципе, знаете, вы можете это делать как бы на вкус, потому что кто хочет более сочным, значит пропорция побольше. Ну, я думаю, вот сейчас вот оно золотая середина. Вот перемешиваете вот это все дело, и все будет нормально. Ну, вот, скорее всего, я поменяю, да, я все буду высыпать вот сюда. В принципе, мы на кухне, это дело такое, вся посуда по мере приготовления меняется, то туда, то сюда, как было удобно, так мы и все это сделали. Здесь прям вишня стекает. И начинаем перемешивать нашу консистенцию. Цвет получается обалденный. Именно с вишней вы получите такой красивый цвет. Практически у нас все уже перемешалось. Вот это дело мы выкладываем в нашу красивую посуду и оставляем на ночь. Соответственно, ночь это у нас 6-8 часов в холодильнике. Оно все пропитывается. Потом вы переворачиваете посуду, и у вас вот это получается вот так вот, более плоским площадь, а в посуде, так как она была круглая, и будет как тортик, будете потом так вот резать. Вот в итоге что у нас получилось. Вот так вот в посуде это все выглядит дело. Оно все впитает еще, это сейчас оно все вываливается, и так оно все впитается. Давайте без вспышки вам покажу, как это выглядит при обычном свете. Вот. Все эти печенюшки впитают сметаночку. Вот они сейчас вываливаются туда-сюда, туда-сюда. Рыбки хотят наружу. На то они и рыбки, правильно? Правильно. Вот. И это все оставляем под пищевой пленочкой на 6-8 часов. Потом, когда будет наш торт готов, вы его переворачиваете и разрезаете. То есть и все. Наш торт готов. Кому понравился рецепт, кто так же делал, напишите в комментариях. Понравилось вам. Может быть, что-то вы хотите поменять в этом рецепте или добавить. Это такой простой тортик. Он бюджетный по себестоимости. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вам покажу этот тортик в готовом виде завтра. Наступило утро. Прошло 8 часов. Выглядит тортик вот так вот. Он все впитал.
у нас. Сейчас нам надо его аккуратненько перевернуть, чтобы все красиво показать вам, как это все получилось. И разрежем его. Что я делаю для этого? Для этого у меня есть не очень красивая на вид, но нужная в этом деле, вот такая плоская тарелочка. Что я делаю теперь? Придерживаю этой рукой. Вот сбоку вы видите, как выглядит. Вот так вот это все аккуратненько. Вот. Тортик наш переворачиваем. Немножко стучим. И не можем поднять. Ну, сейчас я попробую, конечно. Может быть, надо, чтобы постоял. Но тортик уже выглядит очень красиво. Прям вообще как желешка какая-то японская. Знаете, в таких ситуациях говорят, прошло 3 года. Но что-то форма стеклянная, может быть, даже и плохо. Или хорошо. А вот он, по-моему, он выходит. Вот, судя по вот этой печеньке, видно, надо, чтобы он немножко отошел от холодильника, потому что он не сразу хочет выходить наружу. Скорее всего, да, я вам посоветую, наверное, делать в силиконовой форме, потому что силикон можно аккуратненько вот так вот. А у меня почему-то не вытаскивается, но не знаю почему. В прошлый раз все хорошо выходило. Может быть, я что-то не так делаю. Ну, сейчас буду пробовать, чтобы вам это все показать-то. Как-то вам же надо все это увидеть с моих, так сказать. Не хочет. Не лезет, ребят. Чего же он не хочет выходить? Наверное, не хочет, чтобы его ели. Остаться вот таким вот красивым и нетронутым. Ну, в общем, не идеально, но еле-еле вытащила. К сожалению, форму потеряла. Ну, я просто не смогла нормально вытащить, но надеюсь, у вас получится. Попробуйте использовать силиконовую форму, чтобы оно вот так вот аккуратно поддеть, и это все вышло. Ну, ничего страшного, во рту все равно все это переварится, так сказать. Не получилось у меня вот эта сторона, потому что, видите, вот я ее начала немножко ковырять, и она у меня осталась вся здесь, вот, вся эта сторона. Ну, вроде как тортик пропитался хорошо, так вот. На скидку, если посмотреть это все дело. Вот. Давайте сейчас попробуем его разрезать. Но это явно больше как не тортик, а как пирожок какой-то. Ну да, вот. Ну, форму что-то он не захотел у меня держать. Вот. Сейчас возьму тарелочку. Форма не держится, короче, у меня. Но это мой провал, а не ваш. Поэтому можно пробовать, я думаю, уже отсюда. Сейчас я попробую. Ладно. Форма не получилась, но очень вкусный. Пропитался очень хорошо. Прям вообще классно. Вот. Ребята, неважно какая форма, знаете, что я вам посоветую в конце видео? Делайте это в пиалочках маленьких. Маленькие пиалочки, и вот так вот берете ложку и кушаете. И не надо вам делать его как тортик, форма. У мамы получалось, мне, к сожалению, не получилось, но это нормально. Вот. Очень сочный. Прям вообще самое оно. В общем, всем советую. Но делайте в пиалочках. И кушайте ложечкой сразу. В маленьких таких пиалочках. У меня они тоже есть. Я там, кстати, со вчерашнего дня немножко так же делала. Попробуйте. Потому что формочка, к сожалению, у меня что-то не получилось. Хотела вам красиво показать, красиво вам ножичком разрезать, но, увы. Ну ладно, надеюсь, что у вас получится. Если у вас получилось, напишите в комментариях, понравился ли вам тортик.
Если у вас получилось красиво вытащить его, пришлите мне в мой инстаграм, ссылка внизу. Ну а на этом будем наше видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.